Я приветствую каждого зрителя канала Политбюро. Меня зовут Дина Бернацкая. Сегодня военная тема. Будем обсуждать с военным экспертом Александром Мусиенком. Александр, рада вас приветствовать. Приветствую вас. Александр, начнем с такой новости. Ночью 27 апреля около часа ночи российские войска осуществили ракетный удар по Николаеву. В результате попадания боеприпасов и обломков разрушены жилые дома. Погиб один человек, 23 пострадали. Я выражаю свои соболезнования всем, кто потерпел и кто причастен к этому страшному горю. Александр, учитывая тот факт, что Николаев не обстреливался, не подвергался обстрелам с декабря месяца, какую тактику на сейчас, по вашему мнению, преследует враг? Ну, смотрите, тактика, она, с одной стороны, осталась прежней, в том, чтобы продолжать ракетный террор, поскольку если мы видим попадание по тем целям, которые мы видим, да, вот, например, Николаев, возьмем, попали, пострадал жилой дом, частный дом, плюс пострадал многоквартирный дом, многоэтажка. Очевидно, что это фактически удар по застройке, где проживают люди. Очевидно, что, нанося этот удар, они не могли не знать о том, что это повлечет жертву среди гражданского населения. Кстати, я тут хочу отметить, что, вы знаете, в армии США, не только армии США, уже и в армии Израиля сейчас, и в других армиях мира, есть практика, когда есть юридические советники военные, которые смотрят на местности и которые оценивают, какие будут жертвы с точки зрения международного гуманитарного права. Стоит наносить удар в этом месте? Не стоит. Возможно, стоит подождать, когда, например, это лицо террорист или какой-нибудь преступник или просто враг продвинется на какой-то другой участок, и там можно будет его ликвидировать. Так планируются операции. Ну, то есть для того, чтобы минимизировать, либо вообще, чтобы не было жертв среди гражданского населения. России эти принципы чужды. Кстати, я знаю, что и у нас сейчас ведутся дискуссии в Украине о том, чтобы также, скажем, использовать такие институции, будет реформирование законодательства для того, чтобы привести его как раз к нормам наших западных партнеров. Это важный аспект. И мы тоже так планируем операции уже. Я знаю некоторые примеры, реально, вот реальные примеры, когда еще летом прошлого года, когда освобождалась Херсонская область, правый берег, наше командование отказывалось от некоторых операций нанесения ударов, поскольку это могло повлечь жертву среди гражданского населения. Это важный аспект. Ну, что меня и что, в принципе, вот мы видим, почему я сказал о ракетном терроре, потому что, обратите внимание, до этого в Харьковской области буквально накануне был обстрел и уничтожен музей в Купянске, краеведческий музей. Ну, это же никакой не военный объект, это краеведческий музей. Все, люди остались без памяти исторической этого края и так далее. Это уничтожение культурного наследия, что является международным преступлением, к слову. Так вот, эта тактика ракетного террора никуда не исчезает. Но, учитывая то, что сейчас Россия реже обстреливает всю территорию Украины, они отказались от этой стратегии, поскольку, во-первых, не смогли нам создать тут blackout. Все-таки условия нормальные, да, и энергетический комплекс восстанавливается гораздо быстрее, нежели он разрушался российскими ракетами с помощью наших партнеров. И плюс у них дефицит действительно ракет. Они не могут сейчас восполнить весь этот дефицит так быстро, как бы хотелось. Производят, но еще не успевают. Они сосредоточились на линии фронта и на прифронтовых территориях. Это четко видно, то есть российские войска все чаще используют свою авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по украинским позициям на линии фронта, там, где идут интенсивные боевые действия, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и не только. И они используют управляемые авиабомбы для нанесения ударов по прифронтовым территориям и по приграничным областям. Это Харьковская, Сумская, Черниговская. И прифронтовые, это Запорожье, это Херсон. Это уже дальше, ну, по Николаеву ударили, там, по предварительной информации, калибрами. Кстати, декларируется как высокоточное вооружение российское, оно попадает в жилые дома. Значит, я делаю вывод, что точность определялась как раз тем, чтобы попасть в жилой сектор, очевидно. Поэтому вот сейчас их тактика на это поменялась. Я могу сказать следующее. Фиксируются, скажем, вот такие вещи. Используются шахеды, беспилотники, дроны иранские. Используется после этого авиация,
достаточно плотно по некоторым районам. Это 3-4 самолета, которые наносят удары управляемыми бомбами. И пытаются проводить интенсивную разведку, выявлять украинские средства противовоздушной обороны. Российские войска. Плюс используют интенсивно средства радиоэлектронной борьбы для попыток подавления работы украинских радаров, которые это определяют. Вот они поменяли. Если мы говорим о изменении, то этой стратегии есть, ну, наверное, три причины. Первая, они убедились, что украинская противовоздушная оборона действительно сильная по всей территории Украины. Им достаточно тяжело достигать те цели и задачи, которые ставили по уничтожению вглубь, ну, в тылу украинской территории каких-то объектов. Инфраструктура тому пример, о чем я говорил, это первое. Второе. Они максимально сейчас хотят использовать тот потенциал еще, который остался, для, во-первых, поддержки своих наступательных действий в районе Бахмута, либо Авдеевки. И третье, очевидно, что пытаются выискивать какие-то объекты украинских сил, войск с целью предотвращения украинского контрнаступления. Ну, собственно говоря, поэтому поменяли стратегию. Учитывая тот момент, что массированных обстрелов по территории Украины уже не было давно, уже давно они выпускают по 70, по 100 ракет, как это было ранее, это говорит о том, что нет запаса ракет, потому что ранее была информация, что они изготовляют 30 ракет, по-моему, в месяц. Они готовятся к осени, например, либо они готовятся к контрнаступлению для того, чтобы потом атаковать Украину? Ну, действительно, есть информация по различным источникам, цифры разные, это где-то 30-40 ракет в месяц, то, что изготовляет Россия, преимущественно ракеты «Калибр» Х-101. Ну, и информация была от нашего генштаба о том, что начали изготовлять ракеты Х-50. Ну, ракета по своему типу, принципу похожа на Х-101, но это более дешевый аналог, и дальность ее полета и поражения она меньше, и радиус поражения, нежели у Х-101 все-таки. Ну да, действительно, пока есть возможности, пока есть определенные ресурсы, кстати, это тоже вопрос. И сейчас США достаточно так плотно, серьезно занимаются тем, чтобы использовать механизмы вторичных санкций и прекращать вот этот поток технологий двойного назначения в России, из которых потом Россия из технологий для гражданских нужд пытается изготовлять ракеты. То есть поэтому работа идет. Им необходимо накопить. Во-первых, восстановить те потери на складах, которые были. Потому что там остались остатки. Реально, если посмотреть данные украинской военной разведки, вот недавно, несколько недель назад, наверное, господин Скибицкий, заместитель руководителя военной разведки Украины, он говорил о том, что там по некоторым 10-15% осталось, по их подсчетам, вот некоторые параметры ракет у россиян. Поэтому действительно, во-первых, необходимо это восполнить. Во-вторых, возможно, они их придерживают с целью накопления, может быть, даже не на осень, а к лету, где-то там к июлю, к августу, для того, чтобы, опять же таки, более массированно использовать. Это один. И второе, это действительно то, что могут пытаться использовать во время украинского контрнаступления более интенсивно. Собственно говоря, почему? Ну, абсолютно, тут же, это же не тайна, да, вот эта тактика и стратегия, и возможности их использования ракет. Это все читается. Собственно говоря, почему наши все партнеры, в частности на Рамштайне, говорили о том, что нам, Украине, нужны дополнительные средства противовоздушной обороны. Для того, чтобы противодействовать и минимизировать любые риски от того, что Россия может начать использовать ракеты. Хотя пока что, вот честно говоря, я сомневаюсь в их возможностях использовать и проводить такие ракетные атаки, как они проводили, например, в октябре, ноябре, декабре или январе. Да, то есть пока такого потенциала не видно. Но они пытаются накапливать, да, это факт. А за счет чего или кого они пытаются накапливать? Вы говорите о том, что 10-15%. Например, если вспомнить недавний визит министра обороны Китая в Москву, они могли о чем-то договориться, по вашему мнению? Конечно. Вполне вероятно могли. Я думаю, что о каких-то вещах они договаривались во время визита Си Цзиньпиня в Москву и его встречи с Путиным, и не только с Путиным. То есть, да, я думаю, что они обсуждали.
Тут дело в чем? Дело в том, что очень много было зациклено информации на том, что Китай может передать России вооружение, и все воспринимали это так, что это будут обязательно снаряды, это будут ракеты, все-все-все. Нет, но Китай не будет действовать так напрямую. Зачем? Если вопрос будет стоять в том, чтобы поддержать военно-промышленный комплекс России и поставлять необходимые средства для производства ракет или так называемого, как они это называют, высокоточное вооружение. Да? То есть, вот, собственно говоря, именно корень зла вот в этих деталях, в технологиях двойного назначения. Почему? Потому что в производстве ракет, например, либо каких-то высокоточных боеприпасов, снарядов, Россия использовала достаточно много элементов, узлов и необходимых компонентов, которые произведены не в России. То есть Россия провалила компании по импортозамещению, с треском их провалила, и они все закупали у разных стран. А теперь обратите внимание, интересные вещи на самом деле происходят. Вот мы посмотрим. А за прошлый год статистика. Прирост экспорта, например, определенной продукции товаров, которые могут подпадать под двойное назначение, плюс 515% в Армении за год. Там плюсы в Казахстане, в других странах. Турция до момента вот, прекращения транзита тоже. Большие цифры, на самом деле, турецкие компании. Я уже молчу о такой многими любимой и известной стране, как Объединенные Арабские Эмираты. Там вообще клондайк и для капитала, и для компаний, которые там находятся, и для посредников и так далее. И вот сейчас эти лавочки начали интенсивно прикрывать Соединенные Штаты, выискивая. Кстати, США использовали санкционные механизмы против 12, если я не ошибаюсь, китайских производителей и компаний. Запрещено американским компаниям продавать либо поставлять этим китайским компаниям какие-то там чипы, технологии и так далее, потому что есть угроза, что именно эти компании могут сотрудничать с Россией и передавать ей определенные технологии. Поэтому я вполне допускаю, что, возможно, снаряды там и не поедут, артиллерийские, или танки не поедут, или ракеты не поедут в Россию из Китая. Но какие-то элементы и технологии, необходимые для производства чего-то в российском вооружении, вполне может быть. А учитывая вчерашний телефонный разговор, который состоялся между Зеленским и Си Цзиньпином, можем полагать, что Китай не будет поставлять России вот данное вооружение, либо мы слишком хорошо думаем о Китае? Я не думаю, понимаете, ну, мы должны подходить к этому как факт. У меня тоже были какие-то, я вот искренне вот надеялся и надежды такие возлагал на Китай, на том, что они будут каким-то фактором. Действительно, страна, которая хочет вести, ну и отыгрывать какую-то лидирующую роль в мире, должна, ну, как-то чем-то, да, вот запомниться, что-то сделать, такое запоминающееся, мы понимаем. Ну, например, если вы говорите, что вы за суверенитет, территориальную целостность, помочь Украине отстоять суверенитет, территориальную целостность. Хороший актив, ну, я имею в виду хорошие достижения, конечно, для своего портфеля, реноме, репутации, безусловно. Многие страны смотрели бы на Китай по-другому. Я уверен, даже те, кто там критически настроен. Но что мы видим? Мы видим, что есть достаточно много заявлений. Во-первых, заявлений, которые, ну, мягко говоря, далеко не проукраинского характера, а пророссийского. Но давайте начнем с первого и самого главного. Если вы не характеризуете какое-то явление так, как это явление, ну, тем, чем оно является, значит, это уже неправильная оценка событий. Если Китай называет то, что идет российская агрессия против Украины, кризисом политическим, ну, ничего себе кризис. Ракеты летят, люди гибнут, у нас разрушение, территория оккупирована. Вот это просто кризис. То как его разрешать? Потому что если назвать это агрессией, все становится на свои места. Китай же говорит, читайте устав ООН и так далее. Читаем устав ООН. Есть агрессор, есть жертва агрессии. Есть резолюция об определении агрессии 1974 года. Там все написано. Резолюция Генассамблеи ООН. Есть устав ООН. И таким образом, если мы говорим о восстановлении норм международного права
на основаниях устава ООН, то без деоккупации украинской территории, без прекращения российской агрессии это невозможно установить. Все очень просто. То есть не нужно искать какие-то формулировки. А что мы увидели в данном случае? Вот, во-первых, обратите внимание, что китайская сторона первая сделала заявление о том, о чем шел разговор. Синьхуа, агентство и агентство, и издательство Global Times, это англоязычное китайское издание, которое пишет на тему международных отношений Китая. Они сразу написали, о чем говорили. Вот я сразу открыл Global Times и увидел пункты. Первое, ядерное оружие не должно быть применено. Общаетесь с президентом Украины, вот у нас что, есть ядерное оружие, почему с нами поднимаете вопрос? Ответ, наверное, прост. А дальше вот смотришь следующий пункт, и все становится понятно, логическая связь. Следующий пункт. Необходимо искать мирное урегулирование на основании мирных соглашений, переговоров и так далее. Объединяем эти два пункта и расшифровываем. Первое. Россия рассматривает вариант применения тактического ядерного оружия в случае, если Украина будет проводить контрнаступление. Все, то есть все становится понятно. Следующий отсюда вывод, что мы можем сказать, вот исходя из того, что опубликовано. Вывод следующий. Откладывайте контрнаступление, садитесь за стол переговоров. Либо сейчас вообще, либо садитесь за стол переговоров. Да? Вот два момента. Причем обратите внимание, я был уверен в том, что этот разговор состоится уже по результатам украинского контрнаступления, а он состоялся до. А почему он состоялся до? Я думаю, что в России достаточно серьезно озабочены этой тематикой и остерегаются украинского контрнаступления, того, что оно может быть действительно успешным для Украины и, соответственно, провальным и неуспешным для России, что российские войска понесут серьезные поражения, и Украина освободит, если не всю, то большую часть нашей территории оккупированной. Да? А дальше будет решать вопрос об освобождении всей оккупированной части территории. Поэтому они применили последний козырь, последних два. Это ядерные угрозы, ядерный шантаж и плюс звонок Си. Причем, обратите внимание, звонок состоялся 26 апреля. Это день фактически памяти Чернобыльской катастрофы. Тоже символизм, да, который китайцы просчитывают и смотрят, и обращают внимание. И поэтому определенно нам тут абсолютно не по пути, я думаю. И поэтому, как мне кажется, что... следующий пункт вообще, он меня немножко вызвал улыбки, потому что я послушал, я почитал это о том, что Китай не будет подливать масло в огонь, и Китай не заинтересован в продолжении конфликта. Но это же прямо противоположные вещи. Пока Россия в огне, пока Россия воюет, Китай пользуется ситуацией, использует. Пока Россия под санкциями, Китай покупает дешевую российскую нефть, газ, ресурсы, все, берет еще больше земель в аренду. Там же тысячи, уже сотни тысяч гектар российской земли в аренде у китайских компаний, сельскохозяйственных и не только. Это же вот так ползучее. Ну и поэтому, конечно же, я в это не поверил. Ну и очевидно, что офис президента и президент Украины заняли такую паузу перед тем, как опубликовали, а потом что было опубликовано? Очень сдержанное, как мне кажется, рациональное заявление по результатам. Очень так. Потом президент вечером выступил, конечно, он сказал о том, что мы рассчитываем на активную роль Китая. Ну понятно, это тоже необходимо было сказать, но мы же видим, что реально, давайте скажем так, Китай видит сейчас разрешение этого конфликта и прекращение российской агрессии через призму России. Это факт. И в интересах России. Да, и через интерес. Все. А кого они назначили спецпредставителем по урегулированию? Бывшего посла Китая в России. А почему не бывшего посла Китая в Украине, который в мае 2022 года был такой посол, писал статью о том, почему Россия проиграет эту войну, и она не сможет победить в этой войне. И Украина будет деоккупировать территорию. Это было начало мая. И он предвидел деоккупацию Херсона тогда, Харьковской области и всего. И того, что российская армия не достигнет побед.
так давайте его, к примеру. Или почему не бывшего посла Китая, например, в Германии, Франции, в США, так где угодно? Почему именно в России? Ну, то есть, опять же таки, как мне кажется, потеряна объективность, потому что подход будет с точки зрения агрессора. Но она будет более понятна, позиция России. Ну, вот, поэтому я не возлагаю каких-то там надежд на то, что Китай каким-то образом нам поможет в этом вопросе. И учитывая, в принципе, заявление посла во Франции о том, что Крым — это исконно русская земля, Александр, вы сказали о том, что вы предполагали, что телефонный разговор состоится после контрнаступления. Состоялся до. То есть, правильно я понимаю, что вы возлагали надежды, что Китай может стать посредником и действительно может разрешить конфликт? Я скажу так, что я думал на самом деле не то, что Китай станет посредником. Я просто воспринимал, то есть я подходил к факту разговора как к действительно важному событию. Ну, это важное событие, но я не поддерживаю политику сегодняшнего Китая, китайской компартии. Вот, например, и во главе с Си Цзиньпинем я об этом говорю откровенно, но я уважаю китайский народ как действительно народ, который имеет традиции, истории, культуру. И я уверен, что Китай займет свое заслуженное место в мировой истории. Но я не поддерживаю шаги, направленные на поддержку в той или иной косвенно или прямо российской агрессии против моего народа, против нашего народа и нашего государства, ни в коем случае. Поэтому я подходил к этому так, что чисто с дипломатической точки зрения этот разговор должен был, наверное, состояться, да, и так или иначе. Но почему я говорил по результатам контрнаступления? Потому что тогда были бы уже понятны параметры. То есть было бы понятно, что и у нас позиция была бы еще более сильной. Мы бы сказали, так осмотрите, что вот наши условия, вот мы доказали на поле боя, вот мы отбросили российские войска, вот мы их выгоняем с территории Украины, все. То есть либо окончательно, пусть принимает наши условия Россия, и список известен, и о репарациях, и выдаче военных преступников, и о полном выводе российских войск и так далее, прекращение обстрелов и все далее. Либо, ну, все, то есть все равно наша позиция была бы такова. Но и позиция Китая бы поменялась. То есть она была бы совершенно другой, я думаю. Они бы где-то начали понимать, что спасать Путина уже где-то бесполезно, да. Поэтому, а сейчас они делают попытки. Таким образом, как мне кажется, они вообще, что называется, засветили карты. Почему? Потому что... Ну, я воспринимаю это как предупреждение, что не контрнаступайте, и я, соответственно, воспринимаю таким образом, что у России далеко не все так гладко, и они не уверены в том, что они смогут отбить украинское контрнаступление, поэтому используют любые козыри. И Китай в этом случае, как мне кажется, это все и засветил. Хорошо, а если учитывать тот момент, что многие военные эксперты, многие дипломаты говорят, что Китаю невыгодно окончание войны на территории Украины, потому что США перебросит все свои силы, войска в Тайвань? Ну, я скажу, что касается Тайваня, кстати, если мы говорим о силах, то на сегодняшний день, в принципе, достаточно сил и средств и так есть. В районе Тайваньского пролива американские корабли присутствуют, они наблюдали за тем, что происходило. Я вам хочу сказать, что в эти дни ночи я заметил публикации в американских СМИ, Washington Post, New York Times, например, такие интересные вещи, они начали вспоминать о том, что когда-то у Тайваня была ядерная программа в 70-х годах, она была заморожена. Почему-то вдруг начали об этом вспоминать. Сейчас с визитом в США с большой делегацией президент Юн, президент Южной Кореи, который обсуждает достаточно серьезные вещи с президентом Байденом. Параметры этих вещей следующие. Либо Соединенные Штаты размещают на территории Южной Кореи ядерное оружие, либо Южная Корея может возобновить ядерную программу, которую они тоже вели. США ответили тем, что они будут защищать Южную Корею, гарантировать ее безопасность, вплоть до применения ядерного оружия. Это тоже сигнал. Понимаете, в чем суть? Суть в том, что Китай, имея прекрасных аналитиков, дипломатов, должен был бы понимать,
что то, что он подыгрывает России в ее ядерной эскалации, бряскании оружия, и то, что Россия собирается разместить ядерное оружие в Беларуси и так далее, он бы мог это прекратить, вот поставив сильную политическую позицию, поставив Россию на место и сказал, что стоп, нельзя вот так вот бегать, играться с ядерным оружием, угрожать всему миру. Это неправильная политика. Но они сами открывают ящик Пандоры. То есть, если они допустят то, чтобы Россия играла с ядерной эскалацией, то получат серьезное ядерное сдерживание вокруг своих границ. Не исключено в том числе, что и на Тайване. И предлагаю перенестись на украинскую кухню. В крайнем интервью Алексей Резников, министр обороны, признает, что ожидания от контрнаступления перегреты, но на них едва ли можно повлиять, разве что призывами все-таки не ставить планку слишком высоко. Учитывая ранее заявление, что контрнаступление начнется в конце апреля, в начале мая, то есть риторика была «победа и только победа, верим и никак иначе», как сейчас трактовать вот данное заявление? Ну, я бы трактовал на самом деле следующим образом, что перегрето, недогрето, знаете, эта категория такая условная. Смотрите, большинство, я думаю, уверен, абсолютное большинство наших граждан, они верят в победу и в деоккупацию украинской территории. И они поддерживают украинские вооруженные силы на этом пути. Это абсолютно очевидные вещи, это показывает не одно социологическое исследование и опросы. Соответственно, ну что тут поделаешь? Они видят, что российские войска ослабевают, теряют инициативу на востоке окончательно, понимая, что этот момент приближается. Тем более об этом постоянно говорится, в том числе и представителями власти. Это же не то, что... Поэтому понятны желания, поэтому понятны, скажем так, ожидания от людей. Конечно же, они хотят окончания войны, но они хотят окончания войны на условиях победы для Украины. То, что будет называться справедливым миром. Вот. И исходя из этого есть ожидания. То есть, дальше, понимаете, дальше необходимо понимать... Все остальное покажут боевые действия. Мы будем верить, поддерживать наши войска, помогать, чем можем. Ну и верить и надеяться, что действительно удастся деоккупировать всю территорию Украины. Может быть, но может быть такое, что не сразу. Не только от одного сейчас нынешнего наступления, которое мы ожидаем. Может оказаться так, что снова освободим большой участок территории на востоке или на юге. И дальше необходимо будет продолжать эту работу. Но никто же не отказывается от того, чтобы ее продолжать. Поэтому это вот так необходимо воспринимать. Остальное все покажут непосредственно бои. Мы верим, мы надеемся, мы поддерживаем. А как будут, уже покажут условия боевых действий. Я верю, что это будет успешное контрнаступление для нас. Возможно, не сразу с выходом на границы 91-го года, но успешное. Верим в ВСУ и поддерживаем ВСУ, и работаем каждый на своем фронте. Александр, благодарна вам за то, что нашли время, спасибо. Присоединились. Александр Мусиенко, военный эксперт. Друзья, вы смотрели канал Политбюро, обязательно подписывайтесь, пишите свои вопросы, пишите комментарии, для нас это очень важно. Меня зовут Дина Бернацкая, до скорой встречи.